Ребят, я просто несказанно рад. 4 посылки, 4. Давайте. Так, конкурс получается на наклеечки. Так, ребят, всем привет. Очередной мой влог начинается. Короче, сейчас иду на почту забирать посылочки. Давайте так буду нести, потому что у меня портативная зарядка, заряжаю телефон. И, короче, мне вчера позвонили, типа, такие, приходить за посылкой. Буду надеяться, что пришел мой чехол для телефона. Буду очень сильно на это надеяться, потому что с простым чехлом мне уже надоело ходить. Тот у меня чехол вообще офигенный. И, возможно, еще пришли наклеечки моей сестры. Типа, наклеечки со смайликами ВКонтакте. Возможно, если не пришли, я заказал 2 пары. То есть 2 листика. И сестре сказал, что дам 1 листик, а второй, если они пришли, то я их разыграю. Ну, в общем-то, об этом уже позже. Возможно, также пришли мои наушники. Короче, что-то из этого 3. В общем-то, сейчас придем, и мы все об этом узнаем. Ждем. Телефон спал с зарядки, блин. Это плохо. Да. Офигеть, ребят, 4 посылки. Офигеть, я чувствую, вот это мой чехол. Вот это мой чехол, ребят. Тут я не знаю, что вот тут вот наклеечки, вот это вот большая самая упаковка. А желтая даже не знаю, что тут, ребят. Короче, я очень рад. 4 посылки, ребят. Это офигенно. Если что, возможно, что-нибудь разыграю из этого. Ребят, я просто несказанно рад. 4 посылки. Боже, как я долго очень этих посылок ждал. Буду надеяться, что это, походу, мои наушники. Я не знаю, что в 4-й посылке, то есть в этой желтенькой. Электроник тут написано, значит, это точно мои наушники пришли, как я и ждал их очень долго, поэтому сейчас идем их распаковывать, там какой-то мужик сзади сидит, наушник смотрит на меня, мне как-то страшно стало даже. Короче, я не знаю, я переборол уже свой страх, потому что раньше как-то было очень стыдно ходить по улице с телефоном, так протянутым, еще вот так со шнуром, то есть, который просто висит, потому что у меня шнур короткий, и он просто не достает до противной зарядки, которая лежит у меня в кармане. Такие вот дела, короче. Все, сейчас придем домой, сделаю вам распаковочку маленькую и покажу, возможно, что-нибудь разыграю. А еще, как назло, у меня никого не оказалось дома, поэтому мне пришлось с ключами открывать дверь. Сейчас будем заходить в квартиру и там распаковывать сразу же посылочки. Я думаю, вы все рады. Кстати, кто не знает, у меня сейчас проходит конкурс на 10 сигн в моей паблике ВКонтакте, так что если вы хотите поучаствовать, ссылочка будет на группу ВКонтакте в описании. Я думаю, вы зайдете, и если вы хотите, можете поучаствовать. Все, переходим уже непосредственно к дому.
Что же нас встретит, ребят, вы не поверите. Чуляры! Нет, нас никто не встречает, ребят. Это как-то даже прискорбно немного. Ну нет. Вот, видите, шнур мой такой висит опасный. Давайте я вам покажу, кто у нас тут дома живет. Вон, видите? Одна чуляра вот там вот. Дорогуша, что с тобой? Девочка, тебе жарко. Тебе жарко, моя кица. Тебе жарко, да? Тебе жарко. Тебе жарко. Тебе жарко. Ну, это моя хорошая, спи. Ты что, лапка? Вот так вот, да? Красотка, красотка. Красотка толстопузая, толстопузая красотка. Дорогуня. Дорогуня. Ну ладно, все, спи. Вот наш барин главный. Барин. Папочку ждет. Где наша еще одна королева? Куда королева делась? А, вот же она. Вот же королева. Ну, тут только ее половина. Я не знаю, где вторая. Королева. Королева, вы что себе позволяете? Это что за пузо розовое? Ладно, ребят, короче, идем вниз. Блин. Открывать посылочки, наконец-то. Подарочки, все дела. Я три рубля. Ой, тут бомжатник. Бомжатник. Вот они. Посылочки наши, ребят. Все, сейчас будем... То Михаил Фигер. Сейчас будем открывать носочки, все дела, вот с этим мой компьютер, кто не знал, ну, тут такой срач небольшой. Ну, в общем-то, все, ребят, сейчас уже будем открывать какие-нибудь посылочки, будем смотреть, кстати, как у меня мощный телевизор в комнате стоит. Короче, сейчас все будем уже открывать, все смотреть, и будем ждать, что, возможно, что-нибудь разыграем. А, телефон упал. Короче, ребят, все, начинаем распаковочку, вот так вот. Посылочки 4. Давайте начнем с моего чехла. Вот он. Так, надеюсь, что это мой чехольчик. Открываем же опять варварским способом. Хотя нет, зачем, если у меня есть ножницы для этого. А, так вот, тут намного все проще. Офигенно. Да, это он, да, ребятки. Вот он. Красавчик, смотрите. Ну, принтик фиговенький, конечно, на сайте был покрасивее, но хоть что-то в отличие от того, что у меня сейчас, просто прозрачный. Сразу же сейчас в нем буду ходить, сразу же сейчас его одену. Правда, какой-то он такой немножко кривоват, сами увидите, вот, немножко такой с изгибом таким резким, каким-то кривоватым. Ну, ничего, мой телефон его выровняет, вот он гнется, все хорошо, все отлично. Пойдет все. Так, это отлаживаем сразу же туда, далеко. Второе, стикеры. Нет, давайте стикеры потом. Давайте вот наушнички посмотрим, да, ребят? Вы хотите посмотреть на мои наушники? А, блин. А, это не наушники, это подставка под папин телефон. Капец, она быстро дошла, я ее заказал позже всех. Я ее заказал вообще вот буквально 2 недели назад. Мой папа просто любит смотреть постоянно какие-нибудь киноши, там, фильмы, дела. И я ему заказал такую вот липучку, типа, которая будет так стоять, чтобы она не скользила, потому что она тут на резиновая, как резинка, понимаете? И так, оп, прилепил, и она, оп, сидит, смотрит. Оп, ой. Телефон отъезжает не чуть-чуть. Так, супер, супер, отлажим тоже. Как-то вот так вот должно быть. Ну, я думаю, вам видно там, да? И, типа не скользит, ничего. Думаю, папе понравится, плюс она стоит там вообще копейки, даже доллара нет. Ну, когда я заказывал. Ты задолбал меня, телефон. Что, ты можешь постоять 2 минуты спокойно?
стикеры. Хотя ты и так стоишь уже 2 минуты спокойно, ну почти. Так, аккуратно вырезаем, чтобы ничего не задеть там вообще, аккуратно, аккуратно. Потому что Вероника, наверное, рада будет, несказанно, моя сестра. Ребята, они такие красивые. Очень красивые стикеры, ребят, очень-очень красивые. Одну пару я разыграю, ребят, вторую это моей сестре, конечно же. В общем-то, разыграю я их буквально вот в конце видео расскажу, короче, правила, что надо будет делать. Ссылочку также оставлю в описании. И, в общем-то, последняя ссылочка, моя ребята. Кстати, она загадочная, не знаю, что там. Возможно, кстати, тут и как раз мои наушники. Полиэтиленовый пакет какой-то тут. Кстати, можно так сделать, поклацать его, да, вот. То есть... Нет, не надо. Что это? Да! Что это? Алиэкспресс, Алексиант. Вау, ребят, смотрите, что же это за наушники такие опасные пришли? Мои наушники. Вакуум дали в комплекте, это хорошо. Наушники Xiaomi фирмы, но они, походу, не оригинальные, ребят, потому что 80 рублей. Что такое 80 рублей? Разве за 80 рублей можешь что-то купить оригинальное? Не, ну, может, жвачку оригинальную. Ничего. Ничего. Давайте послушаем звук теперь в этих наушниках, ребят. Я думаю, вам тоже будет интересно узнать. Потому что тут как бы микрофончик есть, да. Наушники длинные, видите? Так, ребятки. В общем-то, вот наушники, да, и вот микрофон, я прям говорю сейчас в него. Я думаю, вам слышно меня сейчас, наверное, лучше стало. Сейчас я чекну, кстати. А, нет. Как я чекну, если я не чекну? Короче, вот наушники. Давайте я немножко их дальше додвину, да? Как бы от меня. Так вот. Наушники на уровне примерно вытянутой руки, ребят. Микрофон находится вот там вот. И я думаю, меня тоже хорошо, прилично слышно будет. Но это я посмотрю потом на видео. Короче, все, распаковочка моя закончилась. Вот все мои как бы подарочки. Разыграю наклеечки, я буду, вы будете рады всем. Это все. Наушники, теперь можно так поговорить. Короче, ребят, все, я сейчас расскажу правила, вот, буквально в конце. Нет, давайте все-таки ставлю в начало ролика, хотя нет, ладно, в конце, да. В общем-то, все, давайте. Так, конкурс получается на... наклеечки, я думаю, все и хотят, ребятки. Сколько репостов, мне все равно, потому что рандом, все разрешает просто рандом. Я думаю, вы все такие наклеечки себе хотите. Ребята, это реально наклейки, вот, если вам не видно, вот наклеечки, видите, они наклеены. То есть все офигенно, качественно сделано, не помято нигде. Видите, вот ровный листик, просто полностью ровный. Ну, немножко помятый, конечно, но это незаметно как бы на именно на лицевой стороне наклеек, то есть они все ровные. Так что, ребят, в общем-то, репостите это видео себе ВКонтакте, это обязательно. Потом подписывайтесь на канал и на лайв-канал. А, это хотя не лайв-канал. Лайв-канал – основной канал. И подписывайтесь на группу ВКонтакте. Более подробная информация будет в описании под роликом, так что я думаю, все, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо огромнейшее за просмотр. Такие вот офигительные просто подарки мне пришли с Алиэкспресс. Не подарки, а как бы такие вот... штучки разные, и, в общем-то...
Он какой-то тут кривой немножко, видите, да, где камера. Ладно. Это не будет отображаться на камере, я думаю. Так что все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик. А также все полезные ссылочки в описании, на конкурсы и на так далее. И, в общем-то, все. Всем удачи, всем пока. Что хочу сказать. Я послушал наушники. Это полное говно. Просто, ребят, никогда не заказывайте себе эти наушники. Наушники хрипят, один наушник еле работает. Это просто говно. Я понимаю, что они стоят 80 рублей, но за 80 рублей можно заказать нормальные наушники с AliExpress. Так что вот мой вам совет. Не заказывайте никогда эти наушники.